Подписчики. Что время? 9. Мы сейчас уже сидим, что ли? Кристина, будь скромнее. Куда уж еще скромнее? Да, пишет много, очень много людей. Как настроение, спрашивает Кристина, как настроение? Отлично. Отлично. И с кем отношения, спрашивает? С Даней. С Даней. Пожалуйста, поцелуй, пожалуйста. Это от тебя уже. Это от тебя уже. Там лучше? Там другая лучше. Просто вышел. И что за... О, ничего себе, смотри. Вот твоя шария. Вон ты ее видишь? Да. Вот спрашивай, где моя шария? Белая. Пингвинова Настя. Да. У меня еще шорты были на два раза. Только пингвина Чайков почему не стоит, я не пойму. Чайков часок белый пристроился, блин. Пары, да, какие? И ты меня выгнали с этой фотосессии. Нормально получилось, ты выдаешь? Не, нормально, да. А ты фоткал? А я помню, что меня выгнали, блядь, с фотосессии. А ты нормальный фильтр? А где то висит? Что за фильтр? Бля, где эту фотку найти? Давай, на. Ладно, я тоже взял, да. Одна белая ушла. А, стой. Давай. А ну дай мне меня только. Блядь, убери эту хуйню. Блин. Убери, пожалуйста. Давай вот это, Игорь. О. Смешно. Еще. Это не манипулируй снимать, что ли? Ебать, черно такая? Это черно на максималку. Сейчас это пиздец. Ну, ей сколько лет? 26 где-то? 25? Ну, 19. Я когда пришел на проекте, было 25 лет. Ты отвечаешь, отвечаю. Сколько черно лет? Фу, усы, убери усы, фу, усы. Убери усы. Ну, убери усы. Вау. Да, это через год на острове такие черные глаза. Никитос, не вешай. Особенно нос. Убери. Ну, типа, она хочет, допустим... Кому она нахуй нужна, блядь? Ну, тот-то я заберу. Не, она, типа, там одежду подавать, блядь, полностью. Типа, это, как бы, ее фишка. Там она что-то говорила, что я, там, хотел себе какой-то договор, что она похуй делала, там, большие деньги. Не, это просто линк, блядь. Я была в Екатеринбурге, где там реально прям не занимались, приезжали туристы. Я делаю всего лишь на 7 килограмм. Кристин, уйди, пожалуйста. Там сзади красивый мужчина. Все? Она что ты делаешь, Никита? Она могла похудеть реально на 50 килограмм. Бой. Она еще комфортная, ну и в плане, она счастлива в этом плане, ну, то, но это, блядь, не дальше надо будет, что думать. Честно, я не знаю людей, которые прям, может, как варишь, что ты лучше. Ну, короче, ждем Бородину. Нет, уже час. Фишка час сегодня. Бородина, ты где? Где? Ребята, поехали! О, ну, начинается. Что нам показывают для книгу? Это в СССР в Сиропово.